В Минске начинается ежегодная пресс-конференция главы белорусского государства для представителей российских региональных СМИ. Прямой разговор на актуальные темы традиционный. Он завершает масштабный тур представителей СМИ России по нашей стране, чтобы составить объективную картину о жизни в Беларуси и донести ее своим читателям или зрителям. В таком формате Александр Лукашенко встречается с журналистами с 2003 года. В этот раз напрямую пообщаться с главой государства смогут около 100 репортеров и блогеров, которые представляют 46 регионов России. Телеверсию пресс-конференции в вечернем эфире покажут телеканал «Беларусь-24» и «Беларусь-1». Белорусы стали активнее пользоваться цифровыми банковскими технологиями. За последние 4 года свой счет открыли на 6% больше белорусов. Каждый третий белорус совершает покупки в режиме онлайн. Количество пользователей интернет-банкинга в стране стало больше в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые накануне озвучил Нацбанк. К слову, еще в 2012 году доля белорусов, никогда не совершавших платежей через интернет, составляла почти 90%. Сегодня начинаются отборочные туры «Славянского базара 2017», в частности, кастинг на международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и детский музыкальный конкурс. Для отборочного тура участники должны подготовить по 2 композиции – эстрадную песню белорусского автора на родном языке и по выбору участника. Первым в конкурентную борьбу за право представить нашу страну на «Славянском базаре» вступит Гродно. Далее кастинги состоятся во всех областных центрах, завершится первый тур 18 декабря в Минске.